Команда Thermal Master придумала, сделала и готовится вывести на Kickstarter крайне полезный для автомобилистов гаджет. Это NV300 Max – видеорегистратор с неожиданной функцией. Привычные опции в нем дополнены тепловизором. Теперь даже при езде по темным дорогам в ливень или туман водитель увидит опасность на расстоянии в 274 метра. Кстати, о возможном столкновении предупредит ИИ, реагирующий за 0,1 секунды. Картинка выводится в разрешении 512 на 384. Для удобства предусмотрены 9 световых палитр, а также интеллектуальное масштабирование. На старте Kickstarter кампании первые 200 покупателей смогут получить регистратор за $399. Каждый сантиметр пути владельцев панели Steady ST2 K-Touch будет залит ярким светом, обещают разработчики. А возможность переключиться с чистого белого на теплый янтарный ощущается как магия, подвластная настроению водителя. Да уж, звучит красиво, а с точки зрения тактико-технических характеристик, так вообще сказка. Заявлено, что Steady ST2 K-Touch лупит вдаль на 645 метров и способен на световую полосу шириной до 164 метров. Никакой больше тьмы на обочинах. Панель хорошо сочетается с уже поставленными фарами дальнего света и доступна всем желающим за $528. Zeekr – это китайский бренд электромобилей премиум-класса. Типичный его представитель – 001, машина с запасом хода в 620 км и разгоном до сотни за 3,8 секунды. Однако Zeekr не просто занимается продажами электричек, но и развивает Zeekr Charge – огромную сеть пунктов зарядки. В европейских странах их уже более 650 тысяч. А чтобы водитель не потратил зря ни минуты своего драгоценного времени, автомобили Zeekr умеют самостоятельно искать свободные места, вставать на них и общаться с роботизированным зарядным устройством. И, кстати, в случае с 001 для заполнения батареи до 80% хватит всего 30 минут. В прошлом году общее количество автомобилей на планете составило примерно 1 миллиард 47 миллионов штук. Если жонглировать статистикой, то получится, что у каждого шестого вашего знакомого имеется машина. Владельцы парковок наверняка довольны таким раскладом. Тем более, что им уже доступна система ZK Biosecurity. На машину требуется поставить особые метки, а на территорию парковки — камеры. Когда ZK Biosecurity видит подъезжающий авто, то уже с 12 метров проверяет его по базе, а затем поднимает шлагбаум, либо отказывает в доступе. Помимо метки можно задать проверку номеров и даже цвета. Пожарные, медицинские и другие подобные машины заносятся в белый список и проезжают беспрепятственно. А особо наглых водителей стоит включить в бан-лист. Drive Reach – довольно нишевый, но от этого не менее интересный гаджет. Он ставится в машину примерно за полчаса и усиливает сигнал сотовой связи. Теперь важные сообщения и звонки не будут пропущены даже в лютой глуши. Drive Reach работает со всеми основными операторами США, включая Verizon, Sprint, AT&T и T-Mobile. А помочь готов не только смартфоном, но и прочим устройством. Гаджет поддерживает 5G. А для автомобильных навигаторов приятным бонусом станет более четкий GPS-сигнал. Выходная мощность Drive Reach заявлена на уровне 29,5 дБ-милливатт. Благодаря этому разработчики добились лучшего качества голоса и более уверенной потоковой передачи данных. Стоят ли все эти особенности $500, решать вам. В фирме Патка додумались до петель трансформеров.
Они выдвигаются только при перевозке грузов, а в остальное время не портят общий вид авто. Каждая петля выдержит нагрузку до 113 кг и выполнена из нержавейки. Установить апгрейд можно на пикапы от Ram, Dodge, Ford и других популярных производителей. В некоторых случаях реален даже монтаж на авто 1973 года. Продается такое удовольствие парами или комплектами из 4 штук. В первом случае цена составит $130. Если это стяжки версии Chrome, покупатель получает пожизненную гарантию падка Never Rust. Разнообразные знаки и сигналы тоже становятся более практичными. Во всех смыслах яркий пример уже на экране. Он выручит в случае аварийной ситуации. Сочетает компактность и вес в 350 грамм, так что легко помещается в багажник и устанавливается без лишних усилий. А заметен с расстояния в 1,5 километра. Основание магнитное, так что сигнал крепко держится на капоте, крыле и прочих элементах авто. Заявленный срок службы – 15 лет. Ну а стоит один сигнал всего $25. Вслед за автомобилями умнеют и угонщики. Они сменили отмычки на гаджеты и теперь способны, например, дублировать и усилить сигнал брелка без ключевого доступа. Такая схема позволяет вскрыть машину за 5 секунд и всего за год увеличила число угонов на 60%. К счастью, в борьбу с преступниками включилась компания Kibu. Она вывела на Kickstarter одноименный кейс Faraday. Он весит всего 60 грамм, не требует батареек и позволяет использовать брелок, не вынимая его. Таким образом, гонщики не смогут перехватить сигнал. И машина будет защищена хотя бы от этой угрозы. Согласитесь, $31 – не такая уж большая цена за столь полезную штуку. Компания MET тем временем продает вот такие подъемники. Они выглядят идеальными для фургонов и значительно облегчают перевозку грузов. В зависимости от модели подъемник тянет 250 либо 500 кг. И в любом случае он занимает минимум пространства примерно 3% общего объема кузова. К радости механиков MET затачивает свои творения под схему Plug and Play. То есть подъемник приезжает со всеми необходимыми компонентами, включая раму, и потому без лишних хлопот устанавливается примерно за 4 часа. Также подъемник адаптируется к более крупному транспорту и, конечно, снижает риск возникновения проблем со спиной и несчастных случаев. Модель, готовая к нагрузке до 500 кг, обойдется в $7028. Инженеры Tesla продолжают на впечатляющей скорости двигаться к полностью беспилотным машинам. В 2015 году мы видели скорее продвинутый вариант круиз-контроля, а уже в 2020 некоторые клиенты компании получили одну из первых версий автопилота, известную как Full Self-Driving или FSD. И это было только начало. В нынешнем сентябре Tesla представила FSD версии 12.5.2. В сравнении с предыдущей она увеличила среднее расстояние, проезжаемое машиной без участия водителя, втрое. Стоит уточнить, человеку все-таки требуется следить за дорогой, чтобы в случае проблем перехватить управление. Поэтому вопрос, можно ли ехать на FSD домой из бара после пивной вечеринки и не получить штраф за пьяное вождение, остается открытым. Даже спортивные снегоходы обычно весят около 200 кг. Что уж говорить про утилитарные, которые бывают и вдвое тяжелее. Возить такую технику стоит не абы как, а на специальном прицепе. Именно их делает компания Brenderup. Типичная модель идет с рампой, освещением и откидным алюминиевым верхом. Бронирована специальной пленкой, защищающей в том числе от камней,
и выдерживает нагрузку до 450 кг в начальной и до 740 кг в продвинутой версии. Рекомендуемая цена прицепов начинается от $10 530. Ни один другой фаркоп не крепится и не снимается столь же просто, как Бринг. Нужно вставить его в посадочное место, а затем надавить на шар до щелчка. Все, можно буксировать прицеп. Обычно на установку уходит 15 секунд, а по запасу прочности данный фаркоп не уступает своим фиксированным аналогам. Понять, верно ли поставлен Бринг, помогает встроенный в него индикатор. Зеленый цвет означает успешную блокировку в рабочем положении, а красный намекает на переустановку. Чтобы не стать легкой добычей воришек, фаркоп получил встроенный замок с ключом. И что удивительно, при всех своих достоинствах сохранил адекватную цену. Например, Бринг для Volkswagen Tiguan, готовый к горизонтальной тяге в 2,5 тонны, обойдется в $163. Компания Equipment Lock действует в довольно любопытной нише. Она делает и продает противоугонные блокираторы под тягачи, прицепы, погрузчики и подобную им технику. Все модели устойчивы к фреону и компонуются кодовым либо классическим замком. Во втором случае можно выбрать опцию «Kit Differently», и тогда компания после изготовления блокиратора удалит шаблоны его ключей. Цены гуманные. Простая модель, которая цепляется за рулевое колесо и педаль, стоит $50. А более продвинутый блокиратор на двери прицепа обойдется в 200 и предложит стальные трубы квадратного сечения с толщиной стенки в 4,8 мм. Наконец-то к нам вернулась рубрика «На что владельцы Jeep готовы тратить деньги?». Сегодня обладателям некоторых моделей, а в частности JK0717 и JK0718, компания Rugged Ridge попробует продать вот такую защиту на задние фары. Она сделана из литого алюминия и комплектуется фурнитурой из нержавеющей стали марки 316. Конструкция защитных элементов состоит из двух частей и уже запатентована. Для удобства покупателей разработчики сделали простую и быструю установку без сверления. А стандартный комплект позволяет защитить обе фары, просят за него $45. В принципе, неплохая инвестиция для владельцев Jeep, по фарам которых кто-то регулярно лупит битой. В 2019 году компания Citroën отметила столетний юбилей. За это время она подарила нам множество запоминающихся авто. DS19, SM, да хотя бы Берлинга, список огромен. Но это прошлое. А чего же нам ждать от французов в будущем? У Citroën уже есть ответ. Правда, пока лишь в формате концепта. Его название 1919 отсылает к году основания компании, а цвет позаимствован у легендарной модели Petit Rosalie. Зато внешний вид намекает, какие автомобили нам, возможно, придется водить в будущем. Одни только колеса диаметром 93 сантиметра чего стоят. Да и характеристики концепта достойны завтрашнего дня. Он электрический, разгоняется до сотни за 5 секунд, обладает запасом хода в 800 километров и заряжается без кабеля от индукционной системы. Порой простые решения самые лучшие, и сейчас это наглядно продемонстрирует подъемник от фирмы «Миленко». Он лишен умных помощников и алгоритмов батареи и прочего. Все, что требуется от владельца – установить покупку под колесо и приделать к ней рукоять. Теперь можно аккуратно поднимать прицеп или автодом, чтобы выровнять его, к примеру, на стоянке. Запас по высоте составляет 12 сантиметров. Он меняется в зависимости от покрытия, давления в шинах, особенностей подвески и других факторов. Максимум по нагрузке – тонна. Подъемник годится для работы на траве, а также подходит к транспорту со стабилизационной системой Alco Secure. На сетевых торговых площадках творение «Миленко» продают за $158.
Град беспощаден к автомобилям. Однажды в Китае он повредил 18 тысяч машин, а в Германии – 30 тысяч. Способ защиты от природной напасти, который бывает и размером с яйцо, придумала фирма Hailstorm Products. Ее надувной чехол оказался таким удачным, что попал на телеканал Discovery и стал номером один в США. Основная его особенность – дистанционное управление. Видите в фирменном мобильном приложении высокий риск мощных осадков? Активируйте чехол, и всего через 5 минут он будет полностью готов к защите. И не переживайте, что его сдует. На тестах разработку Hailstorm Products испытали ветром до 129 км в час. Размеров у чехла несколько. Самый большой вмещает машину длиной до 7 метров и стоит $499. Кемпинговые прицепы Black Series – своего рода швейцарские ножи среди конкурентов. Они сочетают отменный функционал и потрясающую проходимость. В частности, инженеры Black Series приложили много усилий, чтобы сделать мощнейшую независимую подвеску. В ней стоят продольные рычаги собственной конструкции. В случае с моделью HQ12 каждый из них прошел тесты под нагрузкой в 20 тонн. Но и более простые прицепы не страдают от нехватки надежности, а система Quad Shock распределяет нагрузку на 4 амортизатора вместо 2, привычных по прицепам от конкурентов. Таким образом, в Black Series добились плавного хода и по шоссе, и по бездорожью. И частично объяснили, почему даже начальную модель Альфа покупают за $6000. Car Mover XL – идеальный инструмент для перемещения авто весом до 2,5 тонн. Данный электрический подъемник пригодится на СТО, паркингах, в музеях, в общем, в любой точке, где требуется регулярно таскать машины туда-сюда. Они, кстати, полностью отрываются от земли и оказываются на высоте примерно в 10 сантиметров. Очень удобно, если авто стоит на ручнике или колеса блокированы из-за неполадок. Заявлено, что Car Mover XL управится даже с Audi Q7, а это на минутку 5 с небольшим метров длины. Цену подъемника можно узнать по запросу. Полка Kurt Packa монтируется на спинке задних сидений авто и помогает упорядочить характерный для многих багажников хаос. Особенно такой апгрейд пригодится владельцам компактных машин, в которых каждый сантиметр пространства на вес золота. Полка радует не только бортиками высотой 5 сантиметров, но и установкой без инструментов, а также элементарной регулировкой на ремнях. Когда Kurt Packa не нужна, она складывается, а в рабочее время выдерживает до 23 кг. Иначе говоря, огромное количество грузов от кемпинговых холодильников до сумок с инструментами. Таким образом, Kurt Packa станет идеальным спутником и в приключениях выходного дня, и в рабочих буднях. Продается полка за $198. Завершает выпуск гибрид тента и гаража. В некоторых вариациях он получил дистанционное управление и встроенные солнечные панели. Типичные размеры гибрида в разложенном виде 5,1 на 2,2 на 1,5 метра. Он годится для любой погоды и наверняка заинтересует не только частных покупателей, но и владельцев парковок.